Настанет день, и последний солдат Великой Отечественной войны уйдет в вечность. Кого мы будем обнимать, дарить цветы, благодарить? Кого будут помнить наши дети? И чтобы никогда не прерывалась живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы понесем их лица победным строем. Пусть все видят и все помнят, ведь мы их дети, и мы наследники Великой Победы. В День Победы 9 мая мы формируем бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своих родных фронтовиках, память о дедах, отцах, сыновьях, память о братьях, сестрах, все они придут на построение бессмертного полка. Сделайте транспарант с портретом своего ветерана. Примите участие в акции «Бессмертный полк». Администрация Мытищинского муниципального района приглашает всех 9 мая к памятнику самолету времен Великой Отечественной войны. Адрес: пересечение улиц Сукромка и Летная. Сбор участников в 10:30 утра.